Газоперекачивающие агрегаты обеспечивают движение газа по магистральным газопроводам. В Казымском линейно-производственном управлении эксплуатируется 39 агрегатов. Каждый из них периодически подвергается капитальному ремонту в плановом порядке. По результатам наработки производится вскрытие, обследование узлов, деталей. Принимается решение о восстановительном ремонте или замене изношенных узлов и деталей. Наработка – это промежуток времени, который агрегат может работать без капитального ремонта. У таких агрегатов межресурсный интервал до 15 тысяч часов. Когда газоперекачивающий агрегат подходит к данному значению, его включают в план капитальных ремонтов. Сейчас в Казымском ЛПУ ремонтируются два таких агрегата. Начатые работы были уже в конце прошлого года. В данный момент производится ремонт роторов ТВД, ТНД. Но в данный момент они находятся у нас на базе КРБ Казымского ПТУ. Также производится ремонт нагнетателя, ремонт камеры сгорания. По результатам обследования будет признана замена рабочих лопаток ТВД, рабочих лопаток ТНД, жаровой трубы, вихревого смесителя, камеры сгорания. Ну и все остальные детали, которые не прошли дефектоскопию, будут заменены. И мы будем стремиться к восстановлению паспортных характеристик данного турбоагрегата. Надежная эксплуатация оборудования – одна из главных задач в работе газовиков. На предприятии своевременно принимаются меры по ремонту и устранению неисправностей. Ведутся планово-предупредительные ремонты в цехах и на линейной части газопровода. Все эти меры обеспечивают бесперебойный транспорт газа к потребителям. Валентина Иванова, Петр Михалап. Время новостей. Белоярский.